Я расскажу про иррациональное поведение. Не знаю, как вы, но многие ведут себя очень иррационально. Поработав в Массачусетском технологическом, я понял, что писать научные статьи скучно. Мне скучно их читать, а писать порой еще скучнее. И я решил написать что-нибудь увлекательное. Кулинарную книгу. И название ей придумал. «Едим без крошек. Искусство обедать над раковиной». Взгляд на жизнь сквозь призму кухни. Немного про мои исследования, немного про готовку и прочее. Мы столько времени проводим на кухне, любопытно про это поговорить. Я написал пару глав и принес их в издательство своего университета. Мне там сказали: отличная идея, но не для нас. Поищите кого-нибудь другого. Я пошел искать, но все отвечали: супер, но не для нас. Один издатель сказал мне: если вы действительно хотите опубликовать такую книжку, надо прежде написать про свои исследования. Только тогда вам откроется возможность опубликовать что-то еще. Вы правда этого хотите? Придется сначала написать другую книгу. Я ответил: я не хочу писать про свои исследования. Я целый день только этим и занимаюсь. Хочу про что-то менее академичное в свободной форме. Но мой собеседник был тверд: это ваш единственный шанс. И я решил, а у меня как раз был академический отпуск, написать про свои исследования, а потом заняться кулинарной книгой. Оказалось, писать про исследования весело. Во-первых, мне понравилось писать. Я многое узнал о других людях, многому научился. А сколько приходит отзывов и комментариев. Люди писали про собственный опыт, делились примерами, говорили, с чем согласны, с чем нет. Сейчас на TED я словно на шикарном банкете. Столько красочных примеров навязчивого поведения. Нигде я не видел подобного. Итак, про иррациональное поведение. Начнем с оптических иллюзий. Для меня это метафора иррациональности. Вот два стола. Вы эту картинку видели 100 раз. Какой из столов длиннее, вертикальный слева или горизонтальный справа? Есть в аудитории хоть один человек, которому правый кажется длиннее? Разумеется, нет. Но у оптических иллюзий есть одно достоинство, ошибку легко выявить. Вот я провел пару линий на этих столах. А теперь подвину одну из линий, поверьте, я не изменял ее длину, и сразу ясно, что глаза вас обманули. А еще интереснее, что стоит убрать линии, как вся польза от только что проведенного эксперимента улетучивается. Вы не можете сказать: теперь не обманите, я уже знаю, что столы одинаковые. Вам снова кажется, что левый стол длиннее. Интуиция обманывает нас. Предсказуемо, постоянно, последовательно. И ничего с этим не поделаешь. Можно только взять линейку и померить. А вот еще одна иллюзия, моя любимая. Какого цвета квадрат, на который указывает верхняя стрелка? Да, коричневый. А нижняя, правильно, желтый. На самом деле они одинаковые. Кто видит, что они одинаковые? Никто, конечно. Если я закрою остальную часть кубика, вы сразу увидите, что цвета совпадают. Но если я снова открою кубик, иллюзия возвращается. Это почти закон природы. Он не действует разве что на дальтоников. У нас отличное зрение. Эволюция отвела под зрение огромную часть мозга. Мы целыми днями смотрим, анализируем зрительные образы. И если мы предсказуемо оказываемся жертвами оптических иллюзий, то, наверное, оказываемся жертвами иллюзий и в других вещах, к которым у нас способности похуже. Скажем, эволюция нас не научила хорошо принимать решения в области финансов. У нас нет специального отдела мозга, мы не проводим много часов каждый день, занимаясь этим. Стало быть, мы должны совершать массу ошибок, но у нас нет средств это заметить.
Оптический обман выявить легко. В случае когнитивных иллюзий куда труднее заставить людей увидеть ошибку. Вот несколько когнитивных иллюзий, точнее, иллюзий принятия решений. Я докажу, что мы совершаем ошибки. Начнем с моего любимого социологического примера. Здесь приведены данные, сколько процентов людей в разных европейских странах согласны отдать свои органы в случае смерти. Есть два типа стран. В правых много людей согласны отдавать органы, в левых очень мало. Почему в одних странах доноры все, а в других лишь немногие? Обычно говорят, все дело в культуре гражданской совести. Чем больше у вас доноров, тем, наверное, граждане больше заботятся об обществе. А может быть, дело в религии. Но выясняется, что страны с похожей культурой на этом графике демонстрируют разные отношения к донорству. Швеция в правой группе. А Дания, ее мы считаем культурно близкой к Швеции, в левой. Тоже с Германией и Австрией. Первая слева, вторая справа. Нидерланды и Бельгия. Одна страна слева, другая справа. Франция и Великобритания, можно считать их культурно похожими или разными, но по отношению к донорству они ведут себя не одинаково. Кстати, в Нидерландах интересная история. Страна в левой группе, но доноров там больше, 28%. Как они этого добились? Разослали каждому гражданину письмо с просьбой присоединиться к донорской программе. Говорят, просьбами многого не добьешься. В Нидерландах напросили на 28%. Ясно, в странах из правой группы программа идет бодрее. Что там делают? Секрет прост. Все дело в донорской анкете. В левых странах вопрос в анкете сформулировали так. Поставьте крест, если хотите участвовать в программе донорства. Большинство людей не ставит крест и не участвуют в программе. А в правых странах наоборот. Там сказано, поставьте крест, если не хотите участвовать в программах. Люди снова не ставят крест, но теперь они участвуют в программе. Что же это значит? Мы просыпаемся по утрам и думаем, что принимаем осознанные решения. Открываем шкаф и решаем, что надеть. Открываем холодильник и решаем, чем завтракать. Но на самом деле эти решения уже приняты за нас. В случае донорства решение принял создатель анкеты. Он сильно влияет на наше поведение. Допустим, завтра вам нужно пойти и обновить водительский права. Вас ждет анкета. Как вы считаете, она влияет на ваше поведение? Многие скажут, что нет. Мы, американцы, скажем, ну, конечно, это же тупые европейцы, анкеты на них влияют. Но мы, американцы, сами рулим своей судьбой. Нам труднее понять, что на самом деле это иллюзия. Решение принято за нас. Мы лишь воображаем, что принимаем его. Возразят, эти решения не имеют значения. Да, донорство — это событие, которое произойдет только после смерти. Нам плевать, что тогда будет. И экономист, верящий в рациональность, объяснит мой феномен просто. Поставить крест в анкете — это надо усилия прилагать, а потенциальное благо для донора не очевидно. Но он ошибается. Дело не в легкости, не в тривиальности и даже не в нашей черствости. Нет. Дело в том, что нам не наплевать. Но решение – дело настолько непростое, что мы не знаем, как за него взяться. И поэтому выбираем то, что нам подсунул создатель анкеты. Вот еще пример. Если ошибаются обычные люди, то должны ошибаться и эксперты, которые получают хорошие деньги и имеют опыт принятия решений. Исследователи взяли группу врачей и предложили им воображаемую историю болезни. Пациент-фермер 67 лет давно страдает от болей в правом бедре.
В истории сказано, лечащий врач пришел к выводу, что лекарства не действуют. Надо направлять пациента на протезирование бедра. И экспериментаторы добавили, вчера вы еще раз внимательно прочитали историю болезни и заметили, что одно лекарство, ибупрофен, забыли попробовать. Каково будет ваше решение? Направлять больного на операцию или сначала попробовать ибупрофен? Порадую вас, большинство врачей решило подождать с операцией. Другой группе врачей экспериментаторы сказали, изучив историю болезни, вы заметили, что не испытали два лекарства, ибупрофен и пироксикам. Что вы сделаете? Направите пациента на операцию или пропишете ему курс лечения? И какое лекарство выберете, ибупрофен или пироксикам? В этой ситуации принять решение послать пациента на операцию так же легко, как и предыдущий, но назначить лекарство сложнее. Нужно принять еще одно решение, и большинство врачей направляют больного на операцию. Когда вы в следующий раз пойдете к врачу, у вас будут к нему вопросы. Если просто дать врачу альтернативу, ибупрофен, пироксикам или операция, операцию выберут немногие. Но если объявить один из этих вариантов дефолтным, человек уже отправлен на операцию, вернуть ли его, то все становится сложнее. Вариант по умолчанию оказывает огромное влияние на выбор. Еще пара примеров иррациональности. Даю вам на выбор. Поехать на выходные в Рим или Париж. За мой счет, отель, билеты, еда. Ясно, в Париже и в Риме разная еда, разная культура, разная архитектура и так далее. А теперь я добавлю плохой вариант. Выходные в Париже, выходные в Риме или пропажа вашего автомобиля. Смешно, да? Почему третий вариант, пропажа машины, должен на что-то влиять? Заменим пропажу машины на что-нибудь другое. Пусть третий вариант — это те же выходные в Риме, все оплачено, кроме кофе по утрам. Хотите кофе на завтрак, надо платить самим. 2 евро. Выбирая между Римом с кофе и Римом без кофе, вы выберете первое. Это словно пропажа машины. Второй вариант хуже. Но если добавить Рим без кофе, то Рим с кофе делается популярнее Парижа. Возможность выбрать Рим без кофе делает вариант Рима с кофе более престижным не только Рима без кофе, но и Парижа. Вот 2 примера работы этого закона. Это реклама из журнала «Экономист». Предлагают 3 опции. Онлайн-подписка за $59, бумажная подписка за $125 и обе подписки за те же $125. Я, как увидел это, сразу позвонил в «Экономист», хотел узнать, чем там думали. Меня посылали от одного сотрудника к другому. В итоге я смог поговорить с ответственным за веб-сайт. Мне сказали, что разберутся, и просто сняли рекламу. Без объяснений. Не получив ответа, я провел этот эксперимент сам. Раздал рекламу сотне студентов Массачусетского технологического и спросил, что вы выберете. Вот результаты. Люди выбирали онлайн и бумагу вместе. Никто не хотел подписку только на бумагу. Наши студенты все-таки умеют читать. А если убрать плохой вариант? Если он плохой, то зачем он? Я его убрал и раздал исправленную рекламку сотне других студентов. И вот что получилось. Самый популярный вариант стал самым непопулярным, а самый непопулярный стал самым популярным. Выбор номер 2 никому не нужен, но лишь как вариант подписки. Он нужен для другого. Он помогает людям понять, чего они на самом деле хотят. На фоне варианта с бумагой за 125, вариант с бумагой и онлайном за те же деньги выглядел просто фантастически. Его и выбирали. А штука в том, что мы на самом деле не знаем, чего хотим. Поэтому мы и подвержены внешним влияниям. Попадаемся на варианты по умолчанию. Еще пример. Люди думают, что в плане физической привлекательности все просто. Мы видим кого-то и сразу решаем, нравится нам человек или нет. Я поставил эксперимент.
показывал людям картинки, портреты, не фотографии. Вот портреты неких Тома и Джерри. Я показывал их людям и спрашивал, с кем из них вы бы пошли на свидание. Другим людям я показывал те же два, но добавлял несколько искаженный портрет Джерри, чтобы он был не такой красавчик. Поиграл с фотошопом и получил вот это, а другим такой же портрет Тома. Я хотел понять, окажут ли добавленный урод Том и урод Джерри влияние на выбор. Оказалось, еще какое. Когда я добавлял урода Джерри, конкурс красоты выигрывал красавчик Джерри. Когда добавлял урода Тома, выигрывал красавчик Том. Отсюда два вывода. Когда вы собираетесь пошататься по барам, кого вы возьмете в компанию? Более уродливую версию вас же самих. И еще, когда вас приглашают пошататься по барам, вы сразу понимаете, что о вас думает приглашающий. И еще один вывод. Мы привыкли смотреть на человека как на венец творения. Что за мастерское создание человека? Как благороден разумом, как беспределен в своих способностях, обличиях и движениях. Мы так смотрим на себя и на других. Но исследования показывают, что люди не такие. С медицинской точки зрения, люди вообще выглядят вот как. Но не все так плохо. Поэтому-то поведенческая экономика такая увлекательная штука. Кто мы? Супермены или Гомеры Симпсоны? Когда речь идет о физическом мире, мы понимаем, как ограничены наши возможности. И мы строим лестницы, чтобы их преодолевать. И штуки посложнее, вроде вот этих. Главное, мы понимаем наши пределы и создаем вещи, которые позволяют нам их обойти. Но когда речь заходит о ментальном мире, мы строим вещи вроде систем здравоохранения так, словно не знаем о своих пределах. Мы игнорируем свою ограниченность. Но если мы лучше будем понимать свои ментальные ограничения, так же, как понимаем физические, пусть понимать их куда сложнее, то сможем построить лучший мир. На это вся надежда. Спасибо за внимание.